Всем привет, меня зовут Ариана, и сегодня я снимаю видео о покупках канцелярии. На моем канале давно не было видео, и вот я решила его снять, так как накопилась для меня канцелярия, которую я хочу вам показать, и может быть что-то даже посоветовать. И первое, я вам, давайте начнем вот с этого края, это будут вот такие вот скотчи. Первая вот такая вот клейкая лента. Укатился. От фирмы Берлинга. Потому что некоторые части мне неудобно клеить на клей, и поэтому я решила взять клейкую ленту. Там была вот только такого размера, я взяла только такого размера. Только такого размера и взяла. Я, честно говоря, уже даже не помню, сколько она стоит. Дальше, вот эти три скотча я покупала в одном и том же магазине по одной и той же цене. Вот. Сейчас я вам их покажу. Первый, это вот такой вот самый клёвый украшамир. Потом это с Новым годом. И тоже с Новым годом волшебство вокруг. Вот, они стоили по 50 рублей каждый. И дальше маленький скотчик, так как у меня есть вот такой вот большой, и мне нужен чуть-чуть поменьше диаметр. Извиняюсь за мой голос, потому что я болею. Дальше это у нас идет. Давайте вот начнем. Вот такие вот стикеры яблочки от фирмы Берлинга. Они мне очень нравятся, очень яркие, очень красивые. Один минус, то что они плохо греются, но это почти что все такие стикеры. Дальше идут два текста выделителя, вот такие вот. От фирмы Берлинга. Тоже. Они мне очень-очень-очень-очень-очень-очень нравятся. Это я нашла все-таки для себя два... Такие текстовыделители, что они прям вообще, у них очень ровный кончик, они очень ровно выделяют. Вот такой вот у них ровный кончик. И у меня был еще один, только от непонятной фирмы. Давайте вот здесь вот, например, что-то напишу. И тоже выделю. Понимаете? То же самое приятно. И выделяем. Ну, в принципе, я тут не ровно так написала. Но и так он вообще очень ровный и очень ровно выделяет. Мне кажется, он даже лучше текстовыделителя от фирмы Стабил. Всем советую такой. Также такой же зелененький. Он тоже так же ярко выделяет. Мне больше нравится зеленый. Потому что, ну, не знаю, это мой любимый цвет. Они стоили, не буду врать, 150 рублей. Где-то так. Но, честно говоря, не помню. Где-то около пределов такой цены. Дальше это идут две капиллярные ручки. В общем, история такая. Я мама попросила купить две капиллярные ручки, в общем. И мама пошла в магазин и купила капиллярные ручки. Это и есть капиллярные ручки. Только они... не цветные, а я хотела цветные. А в нашем городе нет цветных ручек от фирмы Стабили. Сейчас я вам покажу, как она пишет. Вот это вот неровно написала. Вот это вот с тоненьким кончиком. Видно вам? Вот с тоненьким кончиком такая. Но у нее тоже очень удобная от фирмы Faber-Cut. Тоже очень клевая фирма. Всем советую. А вот эти ручки, я уже не помню, сколько они стоят. Но вот одной... Мне больше нравится вот такая, вот так она пишет. Вот это уже ручка с толстым наконец-то. Ну вот, смотрите, мне нравится больше вот эта ручка. Она очень более такая реалистичная. Ну больше. Я ими пишу дату в личном месте. Дальше простой обычный карандашик для школы мне нужен. Потом у меня идут вот такие вот
набор шариковых ручек от тоже от фирмы Берлинга. 6 цветов. У меня тоже должны были такие ручки, и вот мы их делаем. Правда, у меня тут разные куда-то делать, потому что я покупала давно и вот решила взять. Давай, показать. Потому что тоже как-то. В общем, так пишет каждая из них. Ну, сейчас мы возьмем по поверхности, каждую ручку, знаете, как пишет. Ну, вот так же. Желтая ручка не очень такая яркая, но я еще вновь заполняю на дальше. Ну, мне больше нравится, как голубенький и зеленый. Ну, иногда желтый используется. Я не помню, сколько набор этот стоил. Где-то в районе 150. Дальше, опять-таки, набор гелевых ручек с блестками. Мне тоже очень нужны были, так как рисовать лишние ручки и для вот этой разукрашки. Потом сегодня подробно расскажу. 12 цветов здесь такая. Мне, в принципе, на картинку даже не смотрела. Мне главное было качество. Но, в принципе, качество нормальное. Я даже не буду, наверное, выкидывать этот чехол. Сейчас посмотрим, давайте проверим фиолетовую. В принципе, очень-очень яркая. Разукрашивает ярко. И я, наверное, даже буду разукрашивать. Вот так. Яркие. Также все это не... И, кстати, они быстро сохнут. Тоже не помню, сколько он стоит. Покупала я его 2 месяца назад. Дальше уже такое идет. Это вот такие вот закладочки. Они мне очень нужны в школе. Я ими очень много заделываю учебников. Очень. Они мне помогают как для английского языка. Вот. У нас там часто темы теряются, поэтому я всегда их использую. И мне нравится, что они вот на такой вот заклепочке. Надевать на любую тетрадку, можно и носить. Ну, сейчас не очень понятно получится, конечно. Вот так вот. И они как бы вот берешь, что-то написал. То есть очень удобно. Тут 5 цветов. Тоже не помню, сколько стоит. Дальше перейдем к наклеечкам, давайте. Вот столько у меня наклеек я купила. Я, конечно, купила их больше. Честно говоря, я уже не помню, где их покупала вообще. Вот эти мне наклейки купила вчера мама, я даже не знаю где. Вот эти тоже. Первое, давайте наклеечки рассмотрим. Так они выглядят. Наклейки от фирмы Липуни. Стоили они 68 рублей 90 копеек. Большие гелевые наклейки сердца. Давайте раскроем и посмотрим, что там, как они выглядят внутри. Вот так вот они выглядят. Они такие большие, выпуклые, мне это очень нравится. И очень удобные. Они такие вот гелевые, реально. Вообще. Мне очень нравится. И я, конечно, буду заполнять мне LED. Также мне там нравится вот этот фон, его можно использовать как раз. Следующее что? Вот такое, вот такая вот пачка наклеек. Тоже с списками. И на обратной стороне тут такая вот картинка. Тоже буду, наверное, это закрашивать. Вот. Иногда очень пригаживаю. Дальше. Вот такая пачка. Мне мама покупала еще одну пачку. Но я ее уже почти закончила. Вот так вот у меня. Ну, я, наверное, вот это. Ушки, не знаю. В общем, вот такие вот смайлики. Очень клевые. Дальше опять-таки две одинаковые пачки с миньонами. Тоже вот эта вот осталась одна. А здесь уже много их повторяется. И я вот эту вот картинки две. Тоже, наверное, вот эту отдам подружке. Не знаю. Подарю ее. Завтра мы с ней будем заполнять и как раз подарим. Дальше переходим к тетрадочкам. Вот тут вот у меня тетради. Они мне, в принципе, все нужны как почти для школы. Но некоторые. Первый этот
такая вот тетрадь, 12 листов в клетку, самая обыкновенная зеленая. Она мне была нужна для чего-то, не помню для чего. Самая обыкновенная тетрадь. Она стоила 20 рублей. Дальше это вот такая вот тетрадочка, очень милая. I just love video Daisy. Beer. Вот такие вот книжка Daisy. Сердечко из цыгулечек. Это тетрадь на 48 листов. Я ее и буду использовать как для черновика. Дальше идут три тетради в линейку, потому что мне тоже очень нужны тетради в линейку для того, чтобы вот там дальше делать. Для черновиков очень нужны. Дальше идет вот такая очень-очень клевая тетрадочка. Кстати, ребят, вот эта вот тетрадь стоила 50 рублей. А вот эти так же, как и клеточку. Очень клевая тетрадь от фирмы Harper. Copybook. Такая новогодняя. Я ее планирую вести зимой. Она мне очень нравится. Эта тетрадь на 96 листов. Также у меня почти такой же тетрадочки. Я люблю чистую листью дневник. Вот точно такая же, да, на тетрадке. Только она на 80 листов, то есть это намного больше. И я планирую это сделать своим вторым ЛД. Ну, даже, наверное, его и сделаю. Мне очень нравится его творчество. Не помню, сколько стоит. Дальше это вот такая вот тетрадочка. Это мой сейчасшний черновик. Я просто вчера хотела снять видео, но не получилось. Уже записала черновичок, чистили, да? И выдержала одну страничку. Потому что тут написано 48-49 листов, но теперь получается 40. Нет, тут написано 48-96 листов. Это как это? Да. Не понятно. Вот такая вот клевая тетрадочка от фирмы Russia. Дозил, или как-то Дозил. Милые собачки в горшочке, милые игры. И последняя, самая моя долгожданная покупочка. Она от производства фирмы Джоанны Бэдфорд, «Зачарованный лес», книга для творчества и для вдохновения. Вот, она очень красивая, тут я уже написала. И я, кстати, уже некоторые картинки раскрасила. Например, вот это начала раскрашивать, потом вот этот лес начала раскрашивать, вот эту девочку. Извиняюсь за посторонние звуки. В общем, мне очень нравится. Вот это вот начала раскрашивать. Надо это раскрасить. Потом, значит, я разукрашиваю вот такой вот. Почти. В общем, очень клевая разукрашка. Я всем такую советую. Покупала я ее за 600 рублей. И не даже не жалею, что купила. Очень клевая. Она меня ужасно успокаивает. Она мне очень нравится. Честно, всем советую такую. Ну а на этом все, и если вам понравилось это видео, то ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. Всем пока!